Объем прямых инвестиций Китая за рубеж достиг рекордного показателя. Об этом свидетельствуют новые данные агентства Ernst & Young. За первую половину 2016 года Китай экспортировал 99 миллиардов долларов капитала. Рост по сравнению с аналогичным показателем прошлого года превысил 50%. Эксперты говорят, что в этом году может быть побит исторический рекорд в 170 миллиардов долларов за год. Наиболее интересные для китайских инвесторов сектора обслуживания бизнеса и производства. На них приходится более 44% инвестиций. На втором месте оптовая и розничная торговля. Что касается географических предпочтений, то наиболее привлекательными для китайских инвесторов остаются Европа и Северная Америка. Растет экспорт капитала и в страны одного пояса, одного пути. С ними за первую половину этого года подписаны новые контракты на общую сумму более 51 миллиардов долларов.